Мы находимся на выставке MetaExpert, говорим с нашими гостями и экспонентами. Дмитрий, расскажите, про что ваша компания, что вы представляете на этой выставке аудитории? У нас собственное производство рыбных эко-деликатесов. Мы занимаемся поставкой с Дальнего Востока рыбной продукции, перерабатываем ее в Подмосковье для того, чтобы показать москвичам самую вкусную, самую натуральную рыбу. Как вам аудитория, которая здесь ходит? Целевая ли она для вас? И как вам уровень экспонентов, которые стоят рядом с вами? Вообще неожиданно. Не ожидали такого ажиотажа. Действительно прекрасная аудитория, огромный спрос. Немножко были шокированы огромным количеством настоящих хороших поставщиков, которые интересуются, оставляют реквизиты. Я могу сказать, что мероприятие удалось. У вас в руках ваша продукция? Покажите повыше, то есть мы... Для ритейла мы предложили новую продукцию. Это фирменная упаковка, дикая форель, уже отфилированная продукция. И, соответственно, для хорики эта продукция не имеет аналогов на рынке. Это продукция без жидкого дыма, натурального копчения. Вот, собственно, по рецептам коренных народов Дальнего Востока. Вот такие экспоненты находятся на выставке MetaExpo. Не переключайтесь, скоро включение с новыми гостями.